Благоустройство и чистота города на личном контроле у главы администрации Самары. Олег Фурсов сам объезжает территории. Уже побывал в большинстве районов. Корректирует план уборки, определяет приоритеты, ставит задачи. В Советском районе особое внимание парку Победы. В годовщину 70-летия Великой Победы парк заметно преобразится. Он будет полностью благоустроен. Здесь появится музей военной техники под открытым небом. 7, 8 и 9 мая в парке ожидается большая концертная программа. Пройдет слет военно-патриотических клубов. Выставка авиамоделирования. Свои экспонаты представит и музей боевой славы школ города. Песни военных лет исполнят музыканты духовых оркестров. 21 духовой детский духовой оркестр со всей Самарской области приезжает к нам сюда на традиционный уже фестиваль духовых оркестров в честь Победы. Это все произойдет здесь, торжественное изложение с крестом ветеранов. Нужно организовать акцию, предложить ветеранам накануне Дня Победы посадить деревья на территории парка. В юбилейный год это будет символично, предложил Олег Фурсов. Благоустройство парка Победы на особом контроле. Конструкцию здесь начали в прошлом году. К маю заменят главную сцену, покрасят опоры фонарных столбов, поправят ограждение и обновят плитку. По плитке обязательно надо все восстановить, сделать нормальное, хорошее примыкание, значит, выровнять эти гранитные ступени. По обрезке деревьев посмотрите, в принципе, так деревья ухожены, но если есть сухостой, верхушки или отдельные ветки, обязательно надо обрезать. Глава администрации продолжит контрольные объезды территорий. Кроме того, теперь за каждым муниципальным служащим закреплен определенный участок в городе. Проверять уборку во дворах, состояние фасадов домов и площадки у объектов потребительского рынка будут ежедневно до начала мая. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.